Новые социальные гарантии получили пожарные автономии. Закон принял региональный парламент. Согласно ему, с начала следующего года некоторым категориям полагается ежемесячная денежная выплата. Это те, кто работает на оперативных должностях минимум 25 лет и достигшие 50-летнего возраста. Также сотрудники аварийно-спасательных подразделений не младше 40, которые принимали участие в ликвидации ЧС и проработали в должности минимум 15 лет. Размер надбавки – сумма прожиточного минимума пенсионера. В 2024-м это 17 359 рублей. Средства выделят из областного бюджета. Это больше 1,5 миллиона рублей. Доплата будет способствовать тому, чтобы жители региона шли служить в пожарные и спасательные подразделения автономии и оставались в них работать.